Всем привет! По названию этого видео вы в курсе, о чем сегодня пойдет речь. Скажу только одно, что настолько классной, интересной и разнообразной подборки вы не найдете ни у кого. Я очень старалась, это мои личные находки на AliExpress. Оставайтесь со мной, поделюсь всеми наводками, раскрою все секреты онлайн-шоппинга. Поехали! Начну с того, что лично меня очень интриговало, я хотела найти такие сережки, так как встречала их на многих фэшн-блогерах, и они смотрятся с одной стороны очень лаконично, а с другой довольно акцентно, то есть надевая их, например, самыми базовыми простыми вещами, мы смотримся как-то более элегантно, более интересно, что ли. Это такой слегка замотированный металл, и благодаря этому они смотрятся дороже, чем они на самом деле стоят. Также внутри они пустые, то есть совершенно легкие, комфортные, целый день можно в них ходить, и они абсолютно не мешают. И я очень-очень хотела такие сережки, и, как всегда, все ссылки ищите в инфобоксе. Просто мега находки для детей, вы бы знали, как сильно они ждали, когда эти кружки к нам приедут. Я скажу больше, что я закажу еще несколько, просто чтобы были на подарок детям, или когда идешь в гости, что-то принести, но не банальное. Реально, вот таких кружек я не видела у нас в магазинах. Как вы видите, это кружки типа Лего, то есть здесь нет никаких надписей, но сюда хорошо подходит и все хорошо цепляется из оригинального Лего. А вообще, когда приезжает кружка, то там были какие-то детали, причем я выбираю, чтобы и в оранжевой, и вот этой синей была машинка, а ко второй просто были добавлены какие-то элементы Лего. Так как мои мальчишки увлекаются Лего, у них там куча всего, и они сами уже начали добавлять и машинки, и вот разных человечков. И к нам недавно заходили соседские дети, говорят, вау, какие кружки! Они есть в разных цветах, есть и черная кружка. Даже не дети, а просто любители Лего обязательно оценят вот такой подарок. То, что сейчас украшает мой фон, это вот такие веточки. Они ко мне приехали 2 дня тому назад, и их нужно поставить на солнце, и тогда они еще больше распускаются, становятся более объемными. И их на AliExpress есть огромное количество, разнообразные травы. Я не знаю, как они называются, я просто оставлю вам ссылку в инфобоксе на тот артикул, который заказывала конкретно я. Честно говоря, немножечко потерялась, потому что там есть и какие-то одного цвета, одной формы и другие. И когда они приехали, они были хорошо упакованы, вот их распечатываешь, немножечко вот так расправляешь и оставляешь в вазе. Я пока что не вставляю их в ту вазу, в которой они будут находиться, чтобы они просто вот так свободненько сейчас стояли и могли полностью раскрыться во всей красе. Но я также с дуру заказала слишком много, то есть достаточно там, ну скажем, 5-6 веточек, это уже красиво, супер стильно выглядит, а я, по-моему, заказала штук 15, но это даже хорошо, потому что я знаю, что моей подружке они очень понравятся, и многие спрашивают, где купить вот таких пушистиков, потому что они сейчас заполонили весь Инстаграм, весь Пинтерест, очень часто такие веточки используют в домашнем интерьере, некоторые ставят в ванной, на всевозможных ресепшенах, в салонах красоты. Я не могу говорить везде, потому что многие не знают, где их приобрести. И, кстати, первое время они чуточку осыпаются, но говорят, что эта линька пройдет. Вы же не будете вот так ими постоянно трясти, как сейчас это делаю я. Ну и две, видите, выглядят супер скромно, поэтому берите как минимум там 5, 7, может 10, да. И здорово выглядят в таких объемных вазах с узким горлышком. Именно так я собираюсь поставить. То, что вы сейчас можете наблюдать на мне, это сережки. Когда-то похожие были в Заре, возможно, они тоже у кого-то скопировали. И на Asos я видела, но их настолько быстро раскупили. И потом приходилось только облизываться на какие-то фотографии на ком-то. Когда я увидела на AliExpress, сразу раз, забросила себе в корзину. И они очень быстро пришли. Вообще, в связи с этой ситуацией, посылки, наоборот, приходили ко мне чаще. У меня не было никаких вопросов, ничего нигде не затерялось. Так вот, эти серьги, опять же, легенькие, мне нравится интересная бижутерия иногда по настроению, но если она напрягает меня в течение дня, то это не вариант, а эти надел и забыл. И мне очень нравятся эти серьги даже не с вечерними нарядами, не с такими женственными платьицами, а наоборот, с кроссовками, с джинсами, с футболкой, с кожаной курткой, с джинсовой курткой. Но тогда чаще всего я надеваю их по одной. И это, знаете, как такой интересный акцентик, что-то такое необычное, что-то, что цепляет взгляд. И очень часто именно такие мелочи решают.
и они стоят недорого, смотрятся эффектно. Я обычно все еще более выгодно покупаю, потому что я пользуюсь кэшбэк-сервисом Letyshops. Я оставлю вам ссылку внизу, я когда-то рассказывала вам о них. В их базе более 2000, я бы сказала, около 2500 разнообразных магазинов из разных категорий. Это и Джум, и Перекресток, и Спортмастер, iHerb, Asos и многие-многие другие. Обязательно загляните к ним. Я также советую вам сразу установить расширение, чтобы у вас была такая напоминалочка, чтобы никогда не забывать активировать ваш кэшбэк. И также у них сейчас есть горячий кэшбэк, что-то типа как горячая путевка, ограниченное количество повышенных кэшбэков в разных магазинах. Причем там такой значительный процент. Недавно я видела, что в Джуме был повышенный кэшбэк до 23%. Если вот так несколько раз хорошенько сэкономить, то можно собрать реально приличную сумму. И сейчас из активных таких повышенных горячих кэшбэков я видела и в Роше, опять же, Джум, Остин, Спортмастер. Если вы хотели купить новую форму, чтобы привести себя в порядок после карантина, или что-то для активного отпуска, отдыха, то тоже зачем переплачивать, как говорится. Всю нужную информацию я оставлю вам внизу в инфобоксе, а мы с вами продолжаем. Признавайтесь, кто из вас видел книжки типа Шанель, Том Форд, фэшн-бук, еще что-то на фоне у других блогеров или где-то, опять же, на каких-то картинках в Пинтересте? Сдаю вам все явки и пароли. На самом деле, очень часто это не оригинальные книжки, а просто их макеты. И я как полезла на AliExpress, их там вот просто бери не хочу. На разную тему. Можно себе сделать целую книжную полку. На самом деле, я шучу, мне просто нужно было что-то акцентное, что-то интересное, чтобы картинка была более привлекательная для вас, чтобы вам было приятнее на это все смотреть. И мне также нравится, когда цвета меняются на фоне у меня в зависимости от моего настроения, от того, о чем я рассказываю. Но честно вам признаюсь, что это не книжки. Если вы, например, хотите организовать красиво свой уголочек, очень здорово это все выглядит, когда поверх поставишь свечу или даже вазочку с какими-то там растениями, какую-то фигурку и так далее. Мне такое нравится. Я взяла очень освежающую, как мне кажется, зеленую книгу об урожае. Вот, и насколько я глянула, вот так одним глазом вроде нет никаких опечаток, и мне кажется, что это выглядит реально очень интересно. И да, этой покупкой я довольна. Еще прикольно было бы, если бы это открывалось и была такая шкатулка, но не раскатываем губу, друзья, есть как есть. Теперь вы знаете такой небольшой лайфхак или даже секрет. Я специально вторую книгу не открывала для того, чтобы показать вам, как это все запаковано конкретно у этого продавца, у которого заказывала я. И, как видите, ничего не помялось. Я немножко переживала, потому что это все-таки картонная история, это может помяться, но все окей. Фэшн-книга, понимаете ли. Я думала, что она будет более бежево-коричневой, на самом деле она в цвете хаки, и я еще охочусь за такой черно-белый. И вот так это может выглядеть на фоне. Я не знаю, то ли я так выбирала и довыбиралась, что заказала не тот цвет, то ли мне не тот прислали. Нужно это выяснить, потому что, возможно, это по моей вине. Короче говоря, что это такое? Это флисовый карман, который можно прицепить куда угодно. К дивану, к кровати, то есть вставляете это таким образом, и у вас образуется такая удобная полочка, карман, в которую можно сложить какие-то книги, газеты, наушники, телефон. Это реально очень удобно для детей, для взрослых. И я, по-моему, заказывала светло-серый. Во всяком случае, я хотела его заказать. Почему у меня такой темно-графитовый с какими-то вкраплениями, мне непонятно. Но я буду выяснять этот момент, но сама по себе находка очень даже прикольная. Если вам всегда нравились керамические ананасы, золотые, белые, серебристые, маленькие, большие, наоборот показала. Мой ананас также в пути ко мне, а вот этот кактус уже доехал в целости и сохранности, я переживала, так как по весу он такой, знаете, приличненький, конкретный, и ничего не разбилось, нигде ничего не откололось, все было очень безопасно упаковано. И, вы знаете, в магазине такое будет стоить раза в 3 как минимум дороже. Они также есть разные высоты, я взяла такой оптимальный для того, чтобы, опять же, поставить его туда на фон. Но если вы даже не снимаете видео, вам просто нравится декорировать дом, а, как вы знаете, я не только здесь все обустраиваю, а везде, где только могу дома, к чему только могу прикоснуться. Очень мне нравится это дело, и по настроению я также меняю всякие маленькие детали в каждой комнате, и в ванной, и в кухне, короче говоря. Мне такое по душе, ничего не отклеилось, не разбилось, поэтому рекомендую.
чего, как бы, с одной стороны, не могу сказать о фламинге, а с другой, он не был каким-то супер дешевым, насколько я помню, но это не точно. Короче, мне хотелось какого-то красивого фламинго, опять же, вот сюда, и чтобы он стоял на моем туалетном столике, но он какой-то меньше, чем я ожидала. Наверное, нужно было проверить с линейкой. А так, по качеству он, в принципе, очень даже ок. Мы же с вами еще не закончили с бижутерией. Это мой самый любимый раздел, и чаще всего я выискиваю что-то именно там. Мне кажется, у меня довольно неплохо получается. Я знала, что эти серьги будут большими, и я хотела что-то типа как нарядное, что-то такое интересное. И, кстати, вы часто спрашиваете: Оля, что это за серьги у тебя? И они заметные. Не могу сказать, что они супер тяжелые. Внутри жемчужинка, если неаккуратно с ними обращаться, то она может поцарапаться, поэтому обязательно как-то храните ее отдельно от других и не вверх ногами, чтобы у вас, так как у меня, вот это все не затерлось. Вокруг, как видите, расположены типа циркони, и у меня были все камушки, то есть все пришло в таком виде, в каком я заказывала. И этими сережками я, опять же, довольна. Здесь уже не золото, а серебро, и очень прикольно смотрятся даже с кроссовками, с белыми, с каким-то платьицем, с кожаной курткой. Именно так я ношу их не только куда-то на выход. Эти сережки я надевала вчера, они очень прикольные и, опять же, не тяжелые. Они состоят из двух элементов, такая золотистая часть и с жемчужинками. Причем вот эта, которая жемчужная, она супер легкая и они аккуратные, знаете, не слишком привлекают на себя внимание, но при этом что-то такое, но есть. И, кстати, к этим сережкам я заказала еще и супер маленькие, я даже не знаю, как вам их показать. Наверное, на макросъемке, потому что мне нравится носить одну сережку такую, вторую совершенно другую. И вот у меня не было ничего такого супер скромного. Точнее, были золотые сережки, которые я давным-давно посеяла. Малютки прям, не знаю, сейчас, наверное, вообще не видно. И когда надеваешь одну такую сережку, вторую маленькую, тоже очень оригинально. Очень прикольно это выглядит и стильно. Я часто выискиваю что-то на Пинтересте, опять же, что меня вдохновляет. И также потом смотрю на Алиэкспресс, что можно заказать. Потому что если покупать все, например, в той же Заре или Манго, то у них довольно дорогая бижутерия, а по качеству чаще всего это практически то же самое, если не то же самое. И, кстати, даже вот такой набор, маленькая сережка и чуточку больше, я видела на Алиэкспресс, но получается дороже, чем купить два отдельных комплекта. Поэтому, как хотите, браслет. Браслет очень крутой, он тяжелый, ну как, терпимо тяжелый, то есть вас не будет гравитация тянуть вниз, но, тем не менее, он, знаете, такой добротный. И когда я была на съемке во Франции, на меня надевали там стилисты браслеты, и был очень похожий. Только его купили то ли в каком-то винтажном магазине. Короче, не найти этих браслетов. И я всегда думала, если встречу, куплю. Потому что очень интересно выглядит даже поверх свитера, например. Поверх чего-то, не обязательно на голую руку. И у меня запястье, ну, довольно тонкое, я могу сказать, обычно у меня все велико, а здесь и не спадает, но свободно снимается. Я вот не помню, там был один размер или несколько, вы проверьте, если вы хотите себе такой браслетик, он очень круто выглядит, правда, никто не подумает, что это на вас Алиэкспресс. Из того, что мне не особо, наверное, понравилось, потому что на фотографиях это более благородно, чем это выглядит в реальной жизни, но зато сережки оригинальные и очень легкие. И опять же, я бы советовала носить просто с одной жемчужинкой в одном ухе и вторую вот такую сережку. Сейчас надену, покажу. Вот такие сережки, и когда сразу две, то небольшой перебор получается, то есть я буду носить их вот так, с одной какой-то другой сережечкой, но просто хотела вам показать, чтобы вы более наглядно могли все рассмотреть. Увидела такую заколку и подумала, что мне она тоже нужна. Опять же, в качестве бижутерии на волосах, когда маленькие серьги и вот что-то такое, знаете, необычное. И она очень хорошо держит волосы, когда я, например, просто зачесываю волосы, связываю их в тугой хвост, то смотрится, опять же, стильно, необычно, оригинально. Здесь жемчужинки, цепочка и цирконий. Кстати, она не тяжелая, то есть она не сползает под воздействием своего собственного веса, то есть как прицепили, так она и будет держаться целый день. И, кстати, у меня даже в реальной жизни спрашивают: Оля, где ты такое что-то купила, потому что мы еще такого не видели. Вот этими коричневыми сережками, опять же, пусетами, что-то меня потянуло именно на такие,
Давайте закончим с бижутерией, насколько я вижу. В общем, серьги смотрятся очень скромно, но с такими, опять же, базовыми нарядами мне нравится что-то такое лаконичное, и при этом как бы такая точка над «и», которая собирает образ, и вот ты выглядишь уже не так просто, не так обычно. Когда добавляешь какую-то интересную бижутерию, очки и так далее, я такое обожаю. Сережки ко мне приехали не то чтобы испорченные, но они были недостаточно хорошо упакованы, вот этот хвостик примялся. Я его выпрямила, и все окей. Но раньше у меня ничего такого не случалось. Некоторые продавцы прям так вообще на совесть упаковывают. И вот эти сережечки, они то ли из дерева выполнены, то ли под дерево пластик, но выглядят довольно-таки реалистично, и камера показывает их чуточку светлее и рыжее, чем они есть на самом деле. То есть они в цвете такого реалистичного дерева, самой древесины. Как-то раз я полезла в раздел керамики и всего для дома, и оказалось, что там тоже просто поле непаханное, столько всего интересного. И пока что я заказала немного, но я подумала, что почему бы не радовать себя красивыми завтраками. Я чаще всего завтракаю одна, но сейчас не одна, с собакой. Кстати, возможно, вы что-то заказываете для собак, для домашних питомцев, то тоже поделитесь своими находками. Как вы знаете, сейчас для меня это особенно актуально, так как у нас появился новый член семьи. И пока что для себя вот я заказала небольшую тарелку. Кстати, вот такой лайфхак. Если вы хотите есть меньше, то не берите себе большую тарелку, а поменьше, и тогда кажется, что вот вы съедаете больше, чем на самом деле. Потому что на большой тарелке обычная порция может казаться маленькой, ты еще докладываешь себе. Это такой оптимальный размер для двух тостов, например. И здесь надпись «Доброе утро». Хочется еще такую чашку. Я видела там стеклянные, тоже поделюсь с вами ссылочкой. Не самая необходимая вещь, но я люблю красивую посуду, и тут уже ничего не изменишь, наверное. Супер практичная, удобная вещь, хотела сказать, для бьюти-процедур, но все-то умываются, как минимум утром и вечером, и особенно если длинные волосы, то это просто спасение. Это повязка. На AliExpress, конечно, есть вот эти все с ушками, с бантами, мягенькие, но если вам хочется чего-то более взрослого, лаконичного. Я сейчас, правда, без зеркала, но я думаю, что суть ясна. То есть вы можете убрать волосы, при этом не особо примять свою прическу. Также вы можете сами регулировать, насколько плотно эта повязка будет сидеть на вашей голове, потому что здесь липучка. Если вы соберетесь покупать белую, то я советую заказать сразу несколько, потому что они могут испачкаться от макияжа от вашего или от какой-то масочки. Но я также заказала бежевую, чтобы было более практично. Такая повязочка, кстати, она мягкая, не настолько плотно прилегает, а вот белая махровая. Также я заказала несколько прям летних-летних аксессуаров. Ну, в смысле, не заказала, а купила. Я все это покупаю за свой счет, то есть мне не присылают на обзор. Ну, как бы не суть. Возможно, для кого-то важна эта информация. Я делюсь с вами своими находками. Вот купила, мне понравилось, я честно рассказываю. Некоторые из вас спрашивали, какой у меня размер этой шляпы. Во-первых, размер здесь регулируется. А что касается ширины полей, я вот прям напишу вам так, как указано в моем заказе. Но я просто по форме, честно говоря, выбирала эту шляпу без каких-то заморочек, и мне очень нравится она по качеству, она, конечно, бомбическая, и я думаю, что такая же шляпа в каком-то магазине стоила бы гораздо дороже, это точно, и она очень хорошо защищает от солнца, это натуральный материал, здесь поля, которые немножечко смотрят вниз. Но есть и чуточку другие модели, широкая лента, черная, но есть и с белыми, хорошие варианты, и моей маме тоже приглянулась эта шляпка. Я, кстати, ее так и не выровняла после заказа, мне кажется, что она очень даже сама по себе пришла в форму, и мне нравится такая женственная шляпка, элегантная. Между прочим, не только на пляж, а можно куда угодно, даже в город с каким-то сарафаном. Почему нет? Так как мы уже открыли пляжный сезон, у нас можно ходить на пляж, и мы также уже перестали носить маски, я желаю вам того же, чтобы поскорее это все закончилось, и я верю в то, что лето все-таки будет для каждого из нас, что все успеют насладиться и купанием, и долгими прогулками на свежем воздухе, и вот я уже успела даже обновить вот этот козырек, я надевала его на пляже, я стараюсь не загорать лицом,
И, в принципе, он хорошо защищает, то есть тень создается полностью на всем лице. Он, конечно, не такой слабенький, то есть он будет держаться на голове, это абсолютно точно. Но если вы сидите с 8 утра и до 8 вечера, я думаю, что в козырьке будет сложно выдержать, как и в любой повязке. Но если вам на несколько часов, то советую присмотреться. Очень удобная вещь. Я люблю, чтобы у меня волосы выгорали, так как у меня натуральный цвет, и после лета я становлюсь светлее, как будто такое мелирование естественное появляется. Поэтому и волосы выгорают, что в шляпе как бы нереально, да, и при этом лицо защищено. Поэтому козыречек классная вещь. На этом мы с вами будем прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы присмотрели что-то интересное, если вы просто провели приятное время в моей компании, то не забывайте поставить пальчик вверх. Мне всегда очень-очень приятна ваша обратная связь. Прекрасного вам настроения, хорошего теплого лета, долгих летних прогулок. Также не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops, чтобы не переплачивать. А на этом мы с вами прощаемся. Всех целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.